Вот здесь? Нет, это здесь другой. Можно перевести. Вот здесь что будет делать? Здесь в центре? Да. Здесь будет просто газон по проведению мероприятий. Да. Просто газон. Так. Да. Вот памп-треки и скейт-парки, они будут на углу. То есть вот это вот смотровая площадка, памп-трек, скейтбол, детская игровая площадка, стритбол-площадка. Да, все будет. Весь ансамбль, который сейчас производится, и, конечно, здесь в этом плане большая ваша забота и большая ваша помощь. Вторым моментом, что бы хотелось отметить, вы знаете, вот учитывая ваше, как это, пожелание продвигаться в спальные районы, с точки зрения благоустройства. В нашей Кинешме был проведен конкурс на благоустройство территории. Выдвигались две территории. Это Парк Победы, 35 лет Победы, и проспект Гагарина. И вы знаете, кинешемцы проголосовали за проспект Гагарина. Ну, в парке мы все-таки кое-что сделали. Да, там уже сделано. А тут, понимаете, это очень большой спальный район, действительно большой, с многоэтажками. Он сейчас преображается за счет бассейна, за счет нового детского садика. И если мы сделаем здесь еще вот этот парк или сквер, который как будем делать в проспекте Гагарина, это будет еще одна изюминка среди нашего города. Здесь единственное, что хотелось, если уж мы хотим это делать хорошо, да, чтобы в этом плане вы тоже как-то обратили внимание, и чтобы, если будет финансирование на проведение этих мероприятий, чтобы оно было какое-то, ну, более нормальное, чтобы можно было сделать красивое, серьезное и действительно привлекательное место, потому что живет людей много, детей много, и люди там с удовольствием будут проходить и находиться, как и здесь. Мы же с вами вместе сейчас проводили стихпарк, Волжский бульвар, его преображение, стрелку и так далее. Но дело не только в этом. Да, вот сегодня я объявил о программе освещения в городе Кинешме. Сделаем Кинешму одним из самых светлых городов, малых городов Центральной России. И уже скоро приступим к работе. А что касается спальных районов, я с вами полностью согласен. Мы же эти 5 лет как действовали. Я это обещал, мы практически это сделали. У нас в каждом муниципалитете, в каждой столице муниципалитета появились какие-то знаковые места. Ну, в Кинешме это, естественно, набережная. Кстати, у нас набережные преобразились во всех поволжских городах. Это Полоц, да. Кинеш, Маналовки, Юрьевец, Пучеж тоже. Везде, везде. Да. Вот, но где-то это площади. Но все-таки люди живут не в центре городов. Начать, согласиться, надо было все-таки с центра. Да, провести порядок. Но думаю, что в следующие годы мы, наоборот, сфокусируем наше внимание там, где люди большей части живут, конечно. Потому что комфорт должен быть везде, не только в центре. Поэтому, вот, как вы их называете, спальные районы, или неважно, окраины города, там тоже должны появляться достойные места для проведения досуга, согласитесь. Конечно. Поэтому конечно. Обязательно будем этим заниматься. По стрелке, да, здесь планы обширные, что-то будет сделано в этом году, что-то позже, но самое главное, правильно говорить, срок и качество. Тут да. Качество. Да. Мы, кстати, предлагаем, как мы обычно делаем, сделать общественный прием. Когда закончится, да, когда время до подписания документа, чтобы посмотреть все ли так нас устраивает. Мы сейчас это делаем, кое-где корректируем решение. У тебя жизнь, а ты есть жизнь. Конечно. Одно дело, когда на картинке все приносит, другое дело, когда это все вживую. Конечно, сделаем.